Right to Life presents. Все те, кто занимаются спасением животных, каждый день сталкиваются с различными ситуациями, которые иногда могут лишить дара речи. Но иногда они сталкиваются с брошенными собаками, которые настолько запущены, что сложно понять, где у них голова, а где хвост, и это действительно вызывает уныние и слезы. Организация по спасению животных South Plains Espicr встретила именно такую запущенную собаку на улицах Лабака, штат Техас, и они сразу поняли, что им предстоит непростая работа. Они никогда не видели ничего подобного раньше. Однако, несмотря на предстоящие сложности, они были полны решимости подарить этой несчастной собачке новый шанс на лучшую жизнь. Когда спасатели приехали за ней, ее состояние было, вероятно, худшим из всех, что можно когда-либо видеть. У нее было так много лишней шерсти, что было непонятно, где у собаки голова, а где хвост. Она вся была покрыта грязной спутанной шерстью, от которой было непросто избавиться. Это было очень неприятное зрелище. Эта собака – худший пример пренебрежительного отношения, с которым сотрудники когда-либо сталкивались в своей практике. Они попытались немного почистить ее, но шерсть оказалась настолько спутанная и густая, что с первого раза они не смогли ничего сделать. У собаки также обнаружили инфекцию на коже, а шерсть спуталась с кожей так сильно, что почти вросла в нее. Все это доставляло Писау сильный дискомфорт и мешало полноценно передвигаться. Просто невероятно, как этот шестилетний пес смог выжить в таком тяжелом состоянии. И очень грустно, что никто не обратил на него внимания раньше и не попытался как-то ему помочь. К счастью, на его пути встретились нужные люди в нужное время, и у этого пса, наконец, появилась надежда на светлое будущее. Сотрудникам из Espicr пришлось открыть сбор средств для Мэтта, так как комплексное лечение оказалось очень дорогим. Многие люди были тронуты историей несчастного пса, и достаточно быстро удалось собрать необходимую сумму на его выздоровление. Вскоре сотрудники отвезли Мэтта в клинику ARC Hospital for Pets на лечение и на длительный сеанс груминга от Kailas Grooming Service. В груминг-сервис с Мэтта состригли почти 2 килограмма шерсти. Трудно представить, как пес мог жить с такой тяжестью долгое время. Помимо того, что эта процедура дала лучшие представления о здоровье Мэтта, все, наконец, смогли увидеть прекрасного мальчика, который некоторое время прятался под этой густой шерстью. Мэтт оказался просто потрясающе красивым псом, хотя и достаточно истощенным. Что касается его здоровья, сотрудники обнаружили, что у него анемия, а также глазная и кожная инфекция. Ему назначили лечение и различные процедуры по восстановлению здоровья. Несмотря на все трудности и проблемы со здоровьем, сотрудница Тори Хьюстон не смогла устоять перед этой милой мордашкой и решила стать его приемной мамой на несколько месяцев, пока он не будет готов к жизни в постоянной семье. Понемногу Мэтт поправлялся все больше и больше с каждым днем, как физически, так и эмоционально. Жизнь без тяжелой шерсти стала намного легче, поэтому неудивительно, что этот пес так быстро поправлялся. У него оказался очень хороший аппетит, и Мэтт быстро набрал необходимый вес. Он стал более энергичным и жизнерадостным. Всего через полтора месяца Мэтт уже был готов к новой странице в своей жизни. Самый счастливый момент наступил, и Мэтт обрел постоянную любящую семью. Для Мэтта все встало на свои места. Он больше не был бездомным псом со спутанной шерстью,
а его здоровье полностью вернулось в норму. Он также нашел новую семью, которая его очень любит и заботится о нем. Спустя несколько месяцев его шерсть полностью отросла, но на этот раз ровно настолько, чтобы выглядеть идеально. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.